это означает то, что в уставе СНГ предусмотрена такая помощь. И если сейчас возникнет такой вопрос об оказании помощи, то страны СНГ не должны остаться в стороне от этого. И в данном случае за этим четко просматривается следующее. Сформировалась западная широкая коалиция, которая выступает против России. И в этой коалиции так или иначе участвует более 50 государств. Поэтому для многих других стран, которые не входят в эту коалицию, это больше сотни государств, и они по-разному относятся к западной коалиции. Прежде всего речь идет о странах-членах СНГ. Важно определиться. Ну, например, Армении. Вы вообще-то будете с Россией или постепенно будете развиваться в направлении Соединенных Штатов, политики Соединенных Штатов? Это имеет принципиальное значение. Поэтому я думаю, что вот это вот определение правящих элит этих государств, членов СНГ, это имеет очень важное значение в предстоящей нарастающей борьбе, противоборстве, силовом противоборстве России и так называемого коллективного Запада.